От юношеской мечты о работе в милиции к ранней профориентации молодежи в системе ОВД. Средняя школа номер 10 города Лидии совместно с руководством отдела внутренних дел райисполкома проводит набор учащихся в профильный 10 класс правовой направленности. Его учащиеся на повышенном уровне смогут изучать предметы, необходимые для поступления в вузы юридического профиля. Зачисление в юридический класс проводится на основании собеседования. Прием документов в школе осуществляется ежедневно с 9 до 16 часов в будние дни. Справки по телефону 60 79 86. Система достаточно хорошо отлажена, потому что уже опыт весьма значительный. Почти полтора десятка лет. С 2005 года мы работаем. Какие плюсы? Плюсы то, что ребята, которые приходят в нашу школу, в этот класс, они реально работают, учатся, сотрудничают с академией, которые у нас очень тесные, плотные связи. Райотдел в нашей милиции. У нас очень много мероприятий, интересных дел, очень много конкурсов, фестивалей. И это не просто так, а действительно проводится на высокой качественной основе. Ну и ребята, которые закончат наш выпуск, а мы можем сказать, что последние годы у нас все ребята, которые проходили медкомиссию, они все поступали, они получат ту базу, тот задел, который будет им необходим для поступления.